Последние годы популяризация предпринимательства в молодежной сфере занимает особое место в обществе. На сегодняшний день молодые предприниматели в Заурале составляют более 30% среди всех субъектов малого бизнеса. Это было самое посещаемое мероприятие за все 4 года. Уже на момент открытия зарегистрировалось только участников 600 человек. Плюс это гости, плюс далее по ходу дня люди будут приходить, смотреть выставку, участвовать в мероприятиях. То есть мы ожидаем до 1000 участников. В качестве почетного гостя участие в форуме принял представитель Федерального агентства по делам молодежи, заместитель руководителя программы «Ты предприниматель» Александр Грищенко. Есть объективные факторы. По итогам прошлого года Курганская область вошла в число 10 лучших региональных программ из 50. Вот в этом году мы еще итоги не подводили, но я надеюсь, что будет прогресс. Надо реализовывать свои мечты прежде всего, коммерциализировать свое хобби, делать то, что нравится, заниматься тем, что нравится, и стараться получать, извлекать из этого прибыль. Поприветствовал участников и гостей мероприятия и Олег Богомолов. Губернатор отметил такие моменты, как традиционность проведения форума для региона и динамику развития молодежного предпринимательства. Ведь все прекрасно понимают, что будущее за молодыми. Сегодня ребятам будут подсказывать, как начинать бизнес, кому-то подскажут, с кем можно сегодня сотрудничать по той идее, которую он хочет реализовать. Кому-то, наверное, подсказать и помочь найти инвестора для того, чтобы уже реализовать тот проект, ту наработку, ту идею, которая им уже реализована, условно говорю, в рамках лабораторного какого-то опыта, да, чтобы перевести его уже на производственный поток. Во время торжественного открытия курганца Романа Степанова наградили премией за вклад в развитие молодежного предпринимательства. Предприниматели Кургана – молодые, целеустремленные. Форумы, конечно же, нужны, потому что очень много предпринимателей двигаются сами по себе. Им непонятно иногда, какие виды поддержки могут быть предложены. Им страшно начинать какие-то новые темы. Цель форума – научить правильно вести бизнес и познакомить бизнес-сообщество с новым поколением предприимчивых людей, которые с каждым годом все активнее вливаются в экономическое пространство региона. Это, естественно, возможность для начинающих предпринимателей приобрести клиентов и показать себя. Нужно набирать свою целевую аудиторию, рассказывать про все это инновации и тому подобное. То есть, чтобы люди уже знали и могли ориентироваться на современные технологии. Участники вместе с главой региона ознакомились с выставкой проектов молодых предпринимателей, оценили достигнутый ими результат и поинтересовались планами на будущее. Кроме выставки, в программе мероприятия обучающие семинары, которые проведут опытные бизнес-тренеры. Так Барри Алибасов-младший представил программу «Стартап от идеи до генерального директора» и ток-шоу «Семья и бизнес». Последнее, как обещают организаторы, станет изюминкой форума. Елена Шевкунова, Евгений Еремеев, информационное агентство «Курган.ру».